Видишь, как они разрезали здесь стекло. Стекло двойное склеенное, потому что внутри нужно было сделать вот эту вот тонировку, задымчатость, задымленность. Там изогнутое днище, оно тоже покрыто каким-то отражающим покрытием, металлизировано каким-то образом. Я не буду вдаваться в технологию, это сегодня не наша задача. Туда налили воду и бросили вот эти кувшинки, или то, что их имитирует. Туда можно хоть рыбок пустить. В общем-то, это может быть большой аквариум. И может быть в версии без аквариума, просто стеклянная конструкция, стеклянная скульптура. Здесь они как-то ее одели одно на другое. Не знаю, наверное, это приклеено. Должно быть приклеено. Несколько новых предметов на стенде Glass Italia. Всегда, каждую выставку они успевают создать 5-6 потрясающих новинок. Естественно, это говорит о том, что они настойчиво работают с дизайнерами над своими изделиями, своей коллекцией целый год. В этом году они уже несколько лет подряд презентуют новые сдвижные системы дверей. Сдвижные и распашные. Потому что действительно стекло, на котором они специализируются, важный герой любого сценария новой двери. Здесь мы видим дизайн Пьера Лиссони. Эта система, по-моему, она называется Patchwork, хотя я вижу в такой расшивке большой привет Мандриану и истории дизайна 20-м годам прошлого столетия. Мы покажем вам, как это выглядит в цветном стекле. Всегда в каждом полотне четыре разных куска стекла, то есть, собственно, четыре разных стекла, всегда либо цветные, либо в форме, отличающиеся между собой, расшитые особым образом. Кстати, то, что это расшито при помощи таких профилей трапециевидных, еще можно использовать как возможность потянуть и закрыть дверь, не обязательно со стороны ручки. Где-то посредине стекла появляется дополнительный элемент для того, чтобы потянуть дверь. Еще раз повторю, мы здесь не говорим о механизмах, это не их главное, они покупают, скорее всего, эти механизмы у кого-то. Их специальность – это вставить классные стекла и придумать дизайн всей ширмы. А там посмотри, как она выглядит, когда это цветное стекло. Изящная ручечка. Профиль здесь имеет толщину небольшую. Где же мы? Покажу вам.
Здесь он 4 сантиметра, даже 38 миллиметров. Все это достаточно изящное, утонченное, как всегда у Пьера Лиссони. В общем, класс. Это новый стол, квадратный стол. Сторона здесь будет где-то, наверное, метра полтора. Дизайна Марио Беллини. Известнейшего итальянского архитектора, с которым связано тоже бренд Оливетти. Это, дам вам размер, да, метр. Сколько у нас еще здесь? 1400. 1400 на 1400, стеклянное изделие, ну вот с такими финтами, немногословно. Ну куда он ему уже болтать, он говорит увесистые слова. Несколько новых изделий Филиппа Старка. Неудивительно, что он в этом году опять сделал свои продукты для компании Glass. Вот этот стол, где перемычка под столешницей сделана из стекла. Я, кстати, не пойму, он специально такой, он как-то очень интересно, в зависимости от того, он с каким-то напылением, преломлением, двухслойный. Когда я смотрю вниз, я ничего не вижу, здесь полностью все сатинировано. Но когда я смотрю в сторону, сама поляризация вот этой пленки на стекле дает мне полную прозрачность. То есть вот здесь затемнено, а по краям прозрачно. Это очень интересная штука, неожиданная, интересная. Я это не заметил с самого начала. Металлические ножки, мы покажем вам это еще в другой версии. Следующее изделие, которое сделал Старк, вот это. Оно уже было, но он его предложил теперь не со стеклянными, а с мраморными ножками. И следующее изделие, это его зеркала. Вот его зеркала. Старк любит зеркала и классно делает. В общем, у него всегда есть идея для нового зеркала. Конечно, когда мы смотрим на такой стол, как на отдельно стоящий предмет, он совершенно потрясающий. Безусловно, он будет стоить очень дорого. И у дизайнера будет сложная задача сделать этот стол главным героем интерьерного сюжета. Если это удастся, будет совершенно потрясающая штука. Со столом нужно сделать так, чтобы с ним не спорили стулья, которые вы здесь примените. И стулья вам придется связать с чем-то другим, а стол оставить центром композиции. Разное может быть. Можно использовать абсолютно контроверсийно деревянные стулья. В общем, главное не пытаться связать стилистически этот стол ни с чем. Тогда он точно будет выигрывать. Так же, как и многие другие изделия, которые вы видите здесь на стенде. Они не требуют связываться с чем-то. Они должны блистать самостоятельно.